я в какой-то момент увлекалась всем этим, и у меня собраны сова, мельница, вот корабль. Что у меня еще там было? Нет, ты собираешь корабль, сову, мельницу и замок, который бабушка. А, ну, замок. Такой же. Замок. Крепость там была, да? Да. Четыре постройки. Да. Ну, замок у нас куда-то затерялся, я не помню уже, где он. Наконец-то у нас осень, кстати, стала красивой, деревья стали желтеть, краснеть. Тёма каждый раз мне собирает букетик из садика, у них там очень много клёнов в садике. И вот он собирает, да? Так, ну что, мы всё сделали. Сейчас мы у бабушки с дедушкой пережидаем время, потому что у нас ещё 1,5 часа до сдачи крови. Нужно вот где-то пересидеть. Домой я решила не ехать, потому что из дома нам, в принципе, пешком надо бы идти до поликлиники. А там такой дождина, я вот тоже попала. Волосы никакие. Единственное, что меня расстроило, там все быстро, у нас было 2 человека впереди. Но сегодня вот вторник, день здорового ребенка. В поликлинике кашляет каждый 3-й ребенок, наверное. И причем кашель такой конкретный, откашливающийся. Думаю, елы-палы. Надеюсь, мы ничего не подхватим. В это время я ему сейчас даю для профилактики эргоферон. Он, в принципе, хорошо справляется. Но не знаю, потому что я вот как-то ходила тоже в поликлинику, потом на следующий день у меня горло уже начало болеть, но я-то могу закинуться таблетками довольно сильными, там стрепсилс поесть и сразу горло вылечить, а у него таких сильных лекарств нету, но надеюсь, что нас пронесет. Во вторую часть поликлиники мы пойдем уже точно в маске. Маска есть для него и для меня, я как-то специально покупала детские маски, с серебром они, что ли, они такие долгоиграющие, до 4, по-моему, часов, что ли, или до 8. Потому что кровь сдается на 2-м этаже, где у нас взрослые обслуживаются, а вторник – это не день здорового взрослого. Там все больные, скорее всего, и тоже сдают, которые анализы. Вот. Ну, с маской я более чем уверена, что вот как бы большинство вирусов нас пройдет мимо. Это прям какая-то головная боль ложиться в больницу в осенний период, потому что все болеют. А это, получается, нужно анализы все эти сдавать, ходить за этими всеми справками. И вообще, как бы в садике тоже много кто болеет. И умудрись еще не заболеть сам, называется квест. А вот он корабль этот, который я делала, и Тёма за которым пошел. А еще нам за анализ дали вот это. Оно, конечно, миниатюрная версия. Да, конечно, все здорово, она молодец. Может быть, это ее личная инициатива, она всем деткам дает. Но я, конечно, избегаю этих чупа-чупсов, потому что там сплошной сахар. И причем она так интересно повышает, я ему давала уже, пробовала. Причем он не весь, его съедает, ну там чуть-чуть пососет, например. И начинается там каждые 20 минут, у него сахар начинает повышаться на 1 моль. Даже если я вот подкалываю, он все равно поднимается, и ничего, вот я не могу с этим делать, поэтому я стараюсь избегать этих чупа-чупсов. Даже вот эти вот сайхерба я покупала натуральные, типа леденцы без сахара, но они тоже повышают довольно-таки сильно там. Тоже вот эти вот сладости, ну, как бы, вот, поэтому мы сосульки вообще не покупаем. Сейчас вот уже вечер, и, как видите, бедный наш корабль потерпел крушение. Это вот даже штучка, такая наклеечка от того второго маленького кораблика, который он тоже взял. Он с ними дрался, но я, в принципе, этого и ожидала. Чего ожидать еще от мальчика? Жалко, конечно, я так долго мучилась с этими парусами, но, в принципе,
Что еще? Зачем мне вот эти вот корабли нужны? Они у родителей там стояли, пылились. А сейчас вот новая жизнь у них, интересная, насыщенная. Сейчас вот у нас время ужина уже. Я пока что-то не хочу ужинать и, наверное, уже не буду. После ужина как раз собрались прогуляться до магазина. И он все просит прокатиться на самокате. Мы тут из-за пробок ездим в детский садик, доезжаем до определенного места на машине. И там идти минут где-то 10-12 пешком до садика. Мы едем это время на самокате. Он стоит двумя ножками, а я его везу. Ему это безумно очень понравилось. И вот сейчас он тоже, сегодня в садик не ходили, он просит. А мне нужно зайти, у нас ближайший магазин детской одежды только в Атоне. Вот мне туда нужно зайти, хочу посмотреть ему шапку промежуточную. Я не знаю, как у других родителей, но у меня 10 тысяч шапок на ребенка вот в такую осенне-весеннюю погоду, потому что в шапке, которая от 0 до 5 градусов, в ней не походишь уже в 10. Вот сейчас у нас южный ветер, и вот 9, 10, 11 градусов. Хотя Яндекс, например, говорит по ощущениям 3, нифига там не 3. Там все вот 10, тепло, я вообще без шапки хожу. И поэтому мне нужна какая-то третья промежуточная шапка. Не знаю, конечно, что там будет. Наш вот в Атоне, здесь, который рядышком, он больше по малышатикам, а уже таким взрослым деткам. Только вот в Питере я находила в Атоне хороший. Но эту Тёмку надо дергать с садика. После садика с ним заезжать куда-то. Это вообще ужас. Он очень у меня устает после садика. И только вот домой-домой играть-играть, и все. Вот так что сейчас прогуляемся немножко. Вот. Посмотрим, что там на улице. У нас сегодня вообще какая-то катастрофа на улице. То дождь, то солнце, то радуга, то пасмурно, то моросит дождик, то ливень. Ну, короче, ужас какой-то. Это мне с мамой разговаривали, она мне говорила, что это какой-то циклон шел с Европы. Он там ее все затопил, а у нас здесь чисто дождичками так пролился. За неделю до больницы я наконец-то определилась с рюкзаком. У меня мой рюкзак, он порвался. Он еще был со школы у меня. Я, по-моему, в 10-11 классе его носила. Ну так, потому что рюкзаки обычно не носишь нигде. А тут вот в путешествие, в больницу всегда куда-то надо было. И, короче, я его износила буквально вот за года три. Вот отхватила в ленте такой рюкзак, он 1200, по-моему, стоит. Размер неплохой. И самое, что меня подкупило, это то, что у него здесь вот жесткая спинка, толстые лямки, что тоже немаловажно. И вот такая вот ручка. Очень тоже удобно, когда напихаешь много в портфель. Вот эта ручка как раз может не выдержать. А вот такая она точно выдержит. Он, конечно, довольно... У него три отделения. Он довольно тоненький, но я подумала, что чем толще будет рюкзак, тем он будет тяжелее. Поэтому вот взяла такой. Это мне на смену. Я надеюсь, что в этом году мы обойдемся одной сумкой и рюкзаком в больницу. Потому что уже в этом году не надо будет таскать свой горшок. Там-то они такие... прям судном таким, кастрюлькой. Вот, а вообще неудобно. Если девочка может, еще удобно, мальчикам вообще неудобно. Все-таки большим уже становится. Единственное, придется брать, я вот тут вспоминала, подушку детскую, потому что там одна кровать, ну, я вместе с ним там сплю, и получается, что если я беру подушку, ему уже не остается подушки. Он, конечно, у меня по большей части слезает с нее ночью и не спит. Но все равно, когда засыпает, иногда ложится на эту подушку. Плюс нужно будет взять плед ему накрываться. Ну, то есть такие вот объемные вещи начинают появляться. А, благо легкие, что... Вот, и так по мелочи, каждый год я планирую. Я буду брать мало вещей, но... Всегда получается очень много, особенно еды, потому что там, ну, как бы идет завтрак, обед, ужин. Там еще есть, по-моему, второй завтрак, полдника почему-то у них нету.
То есть полдник почему-то не для диабетиков, как будто вот с часу, наверное, до 5 дети вообще ничего не хотят есть. Как раз вот они в 3-4 часа уже начинают кусончить, потому что, ну, хочется уже кушать как-то. И полдник это вообще вот, ну, садиковский такой режим. Странно, что они не вводят. На второй завтрак они их кормят котлетой. Ну, потому что углеводов нельзя давать диабетикам, потому что подкалывать приходится. И получается, вот на полдник вообще ничего не дают. На второй ужин, это уже перед сном, там дают кефир, но мы его не пьем, потому что у нас молочко вылезает где-то в середине ночи. То есть я подколю, у него будет нормальный сахар, он ляжет спать. А потом где-то в середине ночи у него опять поднимется вот из-за этой молочки. И ловить, вставать не хочется, поэтому мы питаемся там фруктами, ну вот быстрыми углеводами, которые сколятся, и ночью будет ровный сахар. Поэтому это надо брать, соки надо брать на низкий сахар, мне что-то брать, потому что меня там не кормят, кормят только до 4 лет, уже в том году меня не кормили. Какую-то часть еды мне приходится с собой брать, тоже всякие там фрукты, овощи, потому что у них, то есть Тёмке, например, те же помидорки скрасить, вареную картошку с котлетой. Вот, о боже, это вот кормежка, конечно, в больнице. Они могут просто дать ребенку, например, отварной кусок говядины. Вот такой весь сухой. Вот вообще жевать можно не переживать, как жевательную резинку. Некоторые дети, которые, наверное, любят или их не кормят мясом, может быть, они вот просто идут потом в палату, жуют вот так вот этот кусок мяса. Мой Тёмка так не приучен к говядине, ему невкусно, оно еще и не соленое к тому же, ни подливки, ничего нету, хлеб кусок. Ну, короче, вот иногда приходится, конечно, все это импровизировать в этом плане, ну и какой-то вот помидорку дать ему, чтобы было не так грустно, ну салатик, ну вот салатик некоторые строгают, конечно, салатик, но там катастрофически нету места, там такие маленькие тумбочки, вот поверхности нету, и в палатах, в которых мы уже лежим сейчас на 6 человек, там стола нету, потому что нет места вообще, ну вот есть палаты на двоих, там есть еще стол. Да так нет. Так что такие дела. Наверное, он сейчас уже доел. Пойдем на улицу. Вот, короче, у нас так темно теперь. И вот так мы едем. Да? На самокате. И за ручку. На улице, на самом деле, уже довольно холодно. Мы сейчас до магазина и, наверное, обратно. Все-таки вечером эти 3 градуса, они так и есть. Холодно. Не, я думала, честно сказать, что он сам поедет. А он халтурщик вот за ручку. Пришли мы с магазина, сходили, в общем-то, удачно. Единственное, что на обратном пути нас застал жуткий ливень. Купили мы шапку. Я поняла, в чем был прикол. В той шапке, в которой он мерз, это был 100% хлопок. Я увидела уже в магазине, что там есть хлопок плюс акрил. Вот это как раз на такую погоду, вот сейчас именно, то есть у нас сейчас тут сколько, 8 градусов, и дождь, ветер, отлично, в 100% акриле будет уже жарко. Еще попала на распродажу по 250 рублей, так они от 600 были, от 500, но вот перемерили, правда, очень много шапок и остановились на одной. Неплохо, в принципе, смотрится. Сейчас вот покажу, что купили. И купили мы не только шапку, не могли уйти, а только с шапкой. Тёма, ты что там, играешь, что ли? Да. Скачала на свою голову ребенку шарики в телефон. У него есть такой простенький телефон. Он вообще мне не играет ни в какие планшеты, ни в телефоны. Вот, и, короче, скачала там просто лопать шарики. И вот он сегодня засел. Наверное, надо будет, не знаю, ограничивать время этой игры. Тёмочка, иди будем. А, ну ладно, я сначала покажу спокойно. Шапочка. Я ему сказала, что это со змеей. Как вы думаете? Не знаю. Здесь получается
Вообще написано подростковая почему-то фишка какая-то. Вот, 30 хлопка и 70 акрила. Плюс взяла ходилку. У нас сейчас в особом почете ходилки. Мы уже, у нас, по-моему, их штуки 4. Я покупала некоторые, по-моему, в Лабиринте. Там они вообще дешевые, до 150 рублей. А у нас вот в магазинах почему-то они даже 200 есть, 300 рублей. Вот в Ленте, например, я ходила. Там вот большая картонная ходилка 250 рублей. Но меня жаба задушила. В Атоне вот такую нашла. Здесь чисто вот именно ходилка сама по себе. И тут получается 2 в одном. Вот она 170 рублей стоит. Тут 3 в одном, наверное. А змеи так вообще круто. Это наша тема. Есть там ходилки, конечно, с карточками. Но мне кажется, ему сейчас рановато карточки. То есть слишком много заданий, и надо и отсчитывать поле, и карточку какую-то там делать. Ну, короче, вот это лишнее, мне кажется. Значит, это раз ходилка, и плюс вот такую простенькую. Она тут вообще, по-моему, вот 71 рубль. «Приключения Леопольда». Я вот посмотрела. Главное, смотрите, чтобы было крупненько, потому что фишечки, чтобы ставить. Это нам на больницу. Я не буду ему сейчас показывать. Вот с такими переходами очень интересно, чтобы было много ходов. Я думаю, нас займет тоже в больнице. А то единственное развлечение у детей в больнице – это утыкание в планшет и телефон. Они прямо у зарядок, там все сидят группами, не общаются друг с другом, а только играют. Ну вот, Тёмка у меня не играет в игры, в такие всякие там строительства и все прочее. А вот такое нам подойдет. Также взяла еще вот таких 2 пазла. Хоть нам и 5 лет, но я не беру большие пазлы, потому что он как-то, ну, не знаю, он у меня поздно начал пазлы собирать, и большие он пока не проходит. Ну, вот такие вот он соберет. И мне понравилось, что они на картонке, то есть удобно, потому что у нас ковер в комнате, и не очень пазлы крепятся ровно на нем, это иногда его бесит. Этот посложнее, тут неровные вот эти вот штуки. Кстати, очень сложно вот с неровными краями собирать. Не знаю, осилит он такое или нет, может быть, и осилит. Единственное, что тут как бы нету картинки, по которой собирать. Без картинки сложно. То есть вот только вот так и все. Они, кстати, были вот вообще дешевые. 77 рублей и 95. Также он выпросил вот такое. Не знаю, забыл он или нет. Там были другие тоже кусочки. Ну вот не знаю, они без добавления сахара. На 100 грамм тут идет 6,3. Это вообще ни о чем. Углевода. Индивидуальные упаковочки. Круто вообще в дорогу такое брать. Не знаю, может сейчас удастся припрятать или нет. Будем в змейку играть, да? Да. Тут 1, 2, да, все, стандартно 3, 4, все. Ну, 5, короче, мы 6, пошли 7, играть. 8, 9, 10. Ему очень понравилось, что здесь лесенки и змейки. Вот если голова, вы спускаетесь по змейке в хвост. Если лесенка, вы попадаете на другую клеточку. Очень интересно. Вроде как маленькая игра, но из-за этих всех переходов очень долго играет. Да. И мне, кстати, очень нравится, что тут гладкая поверхность. Фишки очень хорошо ползают. У нас 6. Ползают. 1, 2, 3, 4, 5. Ладно, на этом я буду заканчивать влог. Мы сейчас еще будем играть, уже 8 часов. Я думаю, мы все это время будем играть в этих змеек. Ему очень понравилось. Вот. А с вами увидимся уже в следующий раз. Всем пока!